Здравствуйте. В эфире программа «Разговор по существу». И сегодня у нас в гостях депутат Магаданской областной думы, редактор газеты «Колымский тракт» Иван Михайлович Субботин. Иван Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно вы получили премию «Почетный журналист». Ну, и вы уже давно в этой сфере, насколько я знаю. Вы можете рассказать, с чего ваш путь начинался? Потому что, ну, он явно был долгий. Человек счастливый в плане выбора профессии. И так случилось, так сложилось по жизни, что журналистикой я начал заниматься еще в школе. В Забайкальском поселке. Вот, и писал, у нас был кружок юных корреспондентов, писал в стенную газету, снимал своим фотоаппаратом смена какие-то фотографии. Я, конечно, не думал никогда, что я буду, что эта профессия станет, так сказать, моей профессией на всю жизнь. Вот. Так случилось, что в наш рабочий поселок в Забайкалье приехали как-то писатели Дальнего Востока. Вот. Я тогда учился, по-моему, в 8 классе еще, но уже занимался попытками занимался журналистикой. И вот я попал на эту встречу, и на этой встрече были и Анатолий Пчелкин, наши магаданские поэты, и другие, и Альберт Адамов, и так далее. Многие из них уже ушли из жизни, вот, но они тогда так заманчиво, так вдохновенно рассказывали о Колыме, они рассказывали о том, как они здесь живут, какая-то чудная планета действительно, что мне как-то так вот в подсознании где-то как-то это запало. Я написал об этом в газете «Шилкинская правда», где я был внештатным корреспондентом. Вот. И эта заметка у меня до сих пор хранится. После окончания школы меня «Шилкинская правда» пригласила сразу на профессиональную журналистскую работу. Я начал свою деятельность как журналист вот именно с районки. Я считаю, что вообще каждый журналист должен пройти школу районной газеты, потому что она учит оперативности, она учит оперативной работы с фактами, дает умение работать с людьми. И самое главное, что ты работаешь с колес, быстро стараешься сделать тот материал, который перед тобой поставила редакция газеты. Вот. Затем, значит, я работал на телевидении, и, значит, в 69-м году я приехал на Колыму. Вот на ту Колыму, значит, о которой я услышал от магаданских поэтов вот в недавние времена, в 60-е годы. Вот. И когда я приехал сюда, я начал здесь работать тоже с газеты, с районной, работал в «Заре Севера» Хасынского района, тогда район только образовался. Вот. Потом работал редактором газеты «Молодежной областной молодежной газеты», «Магаданский комсомолец». Затем работал председателем телерадиокомпании «Магадан». И вот в 99-м году, уже в лихие 90-е, значит, когда я занялся собственным делом, я организовал газету «Колымский тракт». Этой газете исполняется 20 лет в марте этого года. Вот, и эта газета, не было дня, не было, значит, недели какой-то, чтобы газета не вышла в свет. Вот. Что я хочу сказать? Наверняка вы скажете, а как, за счет чего издаются газеты? Потому что, почему газеты? Потому что через два года, если 99-й год вышел «Колымский тракт», через два года, в 2002 году, значит, вышла газета «Северная надбавка», тоже придуманная мной, так сказать, разработанная дизайн там, и так далее. Ну, все уже. Мне было легче, было трудно сначала, когда я делал «Колымский тракт». Так вот, о финансировании. Газета с самого начала была поставлена задача, что она выходит на условиях самофинансирования. Мы были готовы к тому, что никто денег не даст, и, в общем-то, и не стремились к этому. Я когда в 2001 году был избран депутатом Магаданской областной думы, значит, кто-то из депутатов предложил областной думе вот, так сказать, помочь в качестве
негосударственной газеты, оказать помощь финансовую, там какие-то деньги дать. Я отказался от этих денег и сказал, что мне дороже, так сказать, свобода, мне дороже то, что я хотел бы сказать в газете, чтобы я не был связан какими-то деньгами и говорил то, что я хочу. Свобода творчества для вас важнее оказалась, да, в каком-то плане? Так, да. Вот так, в общем-то, я пришел к своему главному делу. Это главное дело, я считаю, газета «Колымский тракт» и газета «Северная надбавка». Вот, газета «Колымский тракт» — это основное мое издание, вот, над которым мы работаем вместе с коллективом. Вы можете меня спросить, значит, о том, как подбираются кадры и, значит, откуда вы черпаете кадры. Кадров журналистов очень, ну, большой дефицит. И поэтому я хочу сказать, что вот за 20 лет работы «Колымского тракта» у нас, в общем, ну, в свое время, вот где-нибудь это было в середине 2000-х годов, у нас был, я считаю, один из самых сильных журналистских коллективов. К нам пришли просто, ну, по-нынешнему, можно было сказать, звезды журналистики местной, вот, пришли, работали, вот, и мы действовали вот именно вот так. Ну, сейчас, я думаю, стать журналистом газеты, думаю, ничуть не хуже у вас. Газета, как говорится, держит планку. По популярности эта газета, по всем социологическим опросам, она в числе первых. Вот, и поэтому мы стараемся идти в ногу со временем и поднимать злободневные, острые проблемы, которые касаются людей. То есть можно сказать, что задачи такого социально-общественного вестника газета справляется, то есть на отлично? Можно сказать так. Вы сказали, что в 2001 году вы стали депутатом Магаданской областной думы. То есть получается, вы сейчас и журналист, и политик. Вот эти две сферы, то есть они, по-вашему, они как-то сопряжены? Может, они должны действовать раздельно? Как вообще? Вы знаете, для меня вот есть несколько направлений, которыми я занимаюсь и как журналист, и как, ну, так, общественник, так можно сказать. Ну, во-первых, я 14 лет занимаюсь Магаданским областным общественным благотворительным фондом содействия семье, защиты материнства и детства «Мама». Этот фонд, фонд «Мама», благотворительный, он был учрежден наиболее такими, ну, именитыми, уважаемыми женщинами 14 лет назад. Вот среди них была, например, Вера Ефимовна Гоголева, Галина Васильевна Хорошилова. Эти имена среди вот людей, которые давно живут в Магадане, они очень хорошо известны. Вот. И так сложилось, что они меня, так сказать, пригласили возглавить фонд «Мама», и я этим фондом занимаюсь. Мы занимаемся четырьмя направлениями в этой работе. Первое – поддержка многодетных семей. Вторая задача – поддержка семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Третье – дети-сироты. И четвертое – дети, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. Ну, это либо ДТП, либо тяжелая болезнь. И вот здесь вот мы как раз этими вопросами занимаемся. И вот вы говорите о том, как смыкаются эти две сферы. Я хочу сказать, что здесь газета «Колымский тракт», «Северная надбавка», она очень здорово помогает в решении вот этих вопросов. Я бы хотел немножко вернуться к теории журналистики, о том, о чем говорили раньше, именно о власти и прессе. То есть сейчас это острый вопрос на самом деле, то есть должна ли идти власть идти бок о бок с журналистикой, или вот они как должны быть идти раздельно? Вот я бы хотел ваше мнение в этом. Вы знаете, это действительно один из вечных вопросов. Вот. Мне приходилось бывать на больших пресс-конференциях президента России Путина Владимира Владимировича. Кстати говоря, ему тоже задавали неоднократно такой вопрос взаимоотношения власти и прессы. Вот. И я хочу сказать, что пресса, на мой взгляд, она должна представлять из себя, ну, мостик, связь, осуществлять связь между читателями, телезрителями, значит, и властью. Власть должна информировать людей о том, как она работает, какие она законы принимает, что она, так сказать, делает в интересах людей, а люди должны информировать власть о том, как работает то, что делает сегодня власть, насколько успешно власть действует сегодня в интересах людей.
какие проблемы возникают. И вот эти проблемы, они вот с помощью прессы, я считаю, своевременно и постоянно они относятся, ставятся перед властью и добивается решение этих вопросов. То есть ваш ответ, они то, что они должны сотрудничать все-таки? Сотрудничать, но это не значит, что, так сказать, заниматься лакировкой действительности и, значит, выдавать желаемое за действительное. Нет. Это, кстати говоря, вот мы через Колымский тракт. Почему любят Колымский тракт? И любят и доверяют этой газете. Да потому что у нас такие рубрики, как «Час письма», у нас в каждом номере обязательно идут письма людей. Где... Контакт с властью. Да, это контакт как раз. И мы знаем, что наши газеты, Колымский тракт, «Северная надбавка», они читаемы во всех высоких кабинетах власти, и городской, и областной. И бывает, что мы выходим и на федеральный уровень. Вот. В то же время, значит, мы ставим вопрос о том, чтобы через проблемные статьи, через такая рубрика есть у нас «Журналистское расследование», мы ставили вопросы и перед правоохранительными органами, и перед властью, и перед чиновниками определенными, руководителями министерств о том, что вот такая-то проблема не решается, ее нужно решать. И потом обязательно мы информируем о том, что сделано по выступлениям газеты. У нас идет постоянная рубрика «Кто и как реагирует на критику». Мы не просто публикуем, вот там бывают и отписки, ведь чиновники присылают, понимаете? Мы даем обязательно комментарии и мнения людей о том, как власть среагировала на то или иное критическое замечание. Вы сказали, что как только вы приехали на Колыму, вы сразу же, получается, окунули журналистику, то, чем занимались еще до приезда на Колыму. И вот сейчас вы недавно получили премию «Почетный журналист». Это такая, получается, награда за труды, за вклад в общественную деятельность города. Вот как это вообще ощущается? Ну, вообще, это не премия, это почетный журналист города Магадана. Так оно официально звучит. Я, откровенно говоря, раньше и не знал, что такое звание существует. И для меня это была неожиданность, вот, что такое решение городская власть приняла. Я благодарен мэрии города Магадана, я благодарен журналистскому колымскому сообществу, потому что наверняка советовались и с ними, что такое решение состоялось. Я считаю, что для меня это, ну, своеобразный, в том числе и аванс на том, чтобы ту планку, которую мы взяли, значит, с Колымским трактом, с Северной надбавкой, мы держали крепко и надежно. На этом все. С вами была передача «Разговор по существу». В гостях у нас был редактор газеты «Колымский тракт», депутат Магаданской областной думы Иван Михайлович Субботин. Иван Михайлович, спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.